раз. По тактам расписана жизнь солиста Красноярского театра оперы и балета Юрия Кудрявцева. Бесконечные то гастроли, то репетиции. Мужчины в балете – редкость, тем более высоко оцененные. За грациозность и при этом выносливость, упорство, талант из Минусинска стал обладателем премии «Душа танца». В мире искусства эта награда, как Оскар, выдается лучшим из лучших. Такую же в свое время получали Майя Плисецкая и Николай Цискоридзе. Юрий признан восходящей звездой в соответствующей номинации, рекордно молодым – в 22 года. Хотя путь к балетному станку, как часто бывает в этой сфере, лежал через мамину настойчивость, обман во благо сына и детские капризы. Я никак не думал, что я буду в плавочках заниматься, в первом классе у станка стоять и что меня вообще ждет. Вот, и в первом классе даже были слезы мамы, почему вообще, зачем? Это не то, что я думал. А что мама говорит? Ну надо, надо. И мама не ошиблась, Юрий смирился и даже полюбил балет больше, чем эстрадный жанр. Годы занятий у станка и репетиции с труппой принесли свои результаты. Теперь Юрия можно увидеть в солирующих партиях на сцене оперного театра и не только красноярского. Среди участников многочисленных конкурсов он один из номинантов и лауреатов. Это была неделя конкурса в Москве. Потом мы приехали в Красноярск сразу. Конкурс здесь, два спектакля. И это была такая насыщенная... Насыщенные 2 недели, 2,5 недели, которые невозможно забыть. И как-то, когда вспоминаешь, думаешь, как ты это пережил, боже. Обращаться к Всевышнему приходится и на репетициях. Строгие педагоги не дают спуску артисту даже на ежедневных занятиях. За творчеством танцора особенно пристально наблюдает балетмейстер из Большого театра Елена Андриенко. Она вовремя разглядела способности сибиряка и предъявляет солисту даже завышенные требования. Такие возможности, данные, я Юрию тоже все время говорю, даются не каждому танцовщику. Он действительно одаренный человек для нашей профессии, безусловно. У него прекрасные линии, он эмоционально одарен. Это тоже немаловажно, потому что одно дело выйти, сделать какие-то технические моменты, а другое, чтобы наполнить свою партию именно теми чувствами, мыслями, характером того героя, которого ты представляешь на сцене, чтобы зритель поверил тебе. Упорство Юрия помогает осваивать ему новые партии и хореографические навыки, работать с двумя партнершами одновременно, как, например, в спектакле «Лебединое озеро». В балетной сфере это очень важно. Артисты вынуждены преодолевать свои собственные возможности. И, пожалуй, поэтому Юрию в новом балете «Баядерка» дали ведущую партию «Воина», пока он сражается за синхронность и грациозность в дуэте с Катериной, а на премьере вновь поборется уже за зрительские симпатии.